Булет. Нет, нет, черт, черт, черт! Какого хера? Где мой пес? Булет! Она меня пропустила, Булет! Ты меня не сломаешь, слышишь? Я тебе не сдамся! В чем бы ты ни было. Санова трыч. Нихера себе, куда мы пришли. Так, дерево светится. Вы слышите, что он сделал? Интересно, когда он сорвется и убьет жену? В смысле? Булет! Братишка! Ты здесь? Ему нельзя доверять. Булет! Так, я, кажется, хожу по кругу. Охереть, куда мне? Тупик. Опять это дерево. Что мне нужно найти здесь? Я наматываю бесконечные круги. А если мы возьмем камеру? Что это такое? Телефон. Телефон зазвонил. Шериф? Твою мать, Элис, я полночи пытаюсь с тобой связаться. В общем, я хотел сказать, что мы прекращаем поиски. Ничего личного, но ты бросил его умирать. Будет справедливо, если ты тоже умрешь в одиночестве. Прощай, Элис. В смысле? О, нихера! Охереть! Что это? Где я? Ух, нихуй! Вот это вообще... Охренеть. Да что за жопа такая, а? Каждый раз еще кто-то. Смотри, еще какая-то херня. Там впереди еще что-то. Так, отсюда мы пришли, походу, да? Ну да, здесь мертвая олень, все дела, короче. И нам теперь нужно обратно отсюда выбраться. Кусты какие-то выросли. Мы опять попали в какое-то пространственно непонятное вообще. Куда мы попали, что мы попали, зачем мы попали сюда. Ну, в общем, мы, блядь, не делать так. Ох, нихера, короче. Вот это квантум. Что произошло? Сообщение. У нас есть... Там впереди что колыш? Контакты, сообщение. Бля, ну сейчас что-то будет по-любому. Хе-хе. Хе-хе. Ха-ха. Окей, я посмотрю вверх. Охереть. Не надо, прекрати. Что произошло? Не, ну в самом деле, что это такое? Ему нельзя доверять. Сюда. Смотри, кассетка. Что это? Кто это? Это я? Это я. Хороший мальчик, ты хороший мальчик, молодец. Ну боже, Булет, это уже слишком. Охереть. И что это? Что я наделал? Охереть. Что происходит? Джесс? Джесс? I was it. Я. Джесс? Джесс? Fuck. Блин. Что это впереди? Weak. Вау! Просто убей меня. До сих пор борешься, да? Что ты сделал с ребенком? Ребенок? Ты о нем беспокоишься? Жалкий идиот, я мог бы перерезать тебе глотку. Еще раз, так чего ж тянешь? Ты должен это заслужить. Сколько ни барахтайся, будет только хуже. Это ты сделал. Ты. Я просто дал тебе выбор. Ты выбрал пса, теперь он мертв. Я всех подвел. Теперь у тебя ничего не осталось. Теперь идем. Время пришло. В смысле, что с пулей там стало? Джесс, прости меня за все, если бы я мог. Если бы я не вышла за тебя, если бы послушала. Джесс, пожалуйста, я знаю, я... Элис, ты их убил. Что? Ты убийца и трус. Нет. Я ухожу, Элис, ты знаешь, что делать. Будь мужчиной хоть раз. Охереть. Не-н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 е. Как? Нет.
Не может быть. Снова это место. За что? Я сделал все, как ты хотел. И что теперь? Булет, я как я мог. Мы же вместе были. Зачем ты убежал? Что здесь? Давай посмотрим. Еще одна фигурка. Сколько значков здесь? Раз, два. Но это походу нормальное. Это типа как безопасные зоны что-то или что-то в этом роде, я не знаю. Записка какая-то, есть записка. После инцидента прошло некоторое время. Рисование помогает восстановить память. Мне удалось собрать примерное последовательность событий. Дети покидают дом пациента и идут в лес. Он находит раненое животное в ловушке. Его внимание привлекает посторонний шум. Животное. Постепенно двигаемся к возвращению подавленных воспоминаний. И что это за записка? О каком речь идет, о каком пациенте? Я не пойму. Подавленные воспоминания. Такое ощущение, как будто это обо мне идет. Как бы нас навевают на то, чтобы мы что-то вспомнили или на что-то указали. Смотрите, здесь есть знак, наш знак. Хоть бы там было кое-что полезное. Хоть бы там живой буллет был. На кассете что-то или кто-то ведет мальчика. Он утащил Питера в подвал. Нихера себе, короче, посмотри. Охереть, дом просто из ниоткуда появился. Охереть, дом появился из ниоткуда. Охереть. Нихера, у меня луковицы на голове так волос напряглись, что стянуло в самые... До лопаток натянуло мое возмущение. Мое, точнее, не возмущение, мое удивление, ошеломление, тревога. Прям вот, смотри, крест какой-то прям. Темно сразу стало так. Так, мы зашли. Это примерочная? Нет? Ну, слышишь, перестань. Назад дороги нет, Элис. И никогда не было. Покончим с этим. Так, закрыто. Открыто. Нахер. Мне кажется, дом стал длиннее. Тут закрыто. Тут, типа, иди туда. Тут тоже закрыто. И тут закрыто. Хорошо. Коль ты говоришь идти сюда, это страшно. Это реально страшно. Я не люблю вот такие вот темы, да? Вот зачем мы должны... Начинается. Ну, серьезно. По призрачному дому. К призрачному дому ходить и вынюхивать, искать ключ. Есть свечка, окно, старая обоина, пол, дырка в стене, комод. На комоде ни хера нет. Отлично, идем дальше. Идем дальше. Вот, след. Сейчас вот из-за угла полюбас что-то случится. Я вот прям уверен. Нахер из-за угла что-то случится. Постоянно в таких вот играх ты начинаешь ходить. Смотри, вот мячик. Конечно, деревянный лестница. Я миллион раз уже ходил под этим деревянным лестницам. Это так себе, короче, занятие. Ходить по деревянным лестницам. В прошлый раз, когда мы в резиденции зла в таком доме пошли по деревянной лестнице, нам какая-то баба пыталась убить, а потом отрезала нам руку. Прочесть. Последний сеанс с пациентом. Он уезжает. По его словам, он готов... двигаться дальше. Меня это радует. Что меня не радует, так это то, куда он собирается. Его отец, полковник, убедил его тоже пойти на военную службу. Меня волнует возможное влияние подобной среды на его чувствительную психику. Стресс и травматизм военной службы могут вновь поднять на поверхность детскую травму. Какую личность? Какой лес? Какая травма? Вы о чем вообще? Что происходит? Я до конца не могу воткнуть. Мне кажется, я вот где-то близко к разгадке всей данной истории, но я не могу до конца понять вообще логику событий. Мне уже что-то подсказывает, что это тип мы только, когда мы выросли или в будущем, в лесу. Мальчик – это мы в прошлом, и есть мы в настоящем. И нам нужно, короче, как-то это все между собой связать и как-то между собой это все укрепить. Поднимаемся наверх. Тут какие-то глаза. Что здесь происходит? Я не знаю. Ветка. А мы поднялись в соседнюю комнату. Здесь ни хера пока нету ничего, ничего не валяется. Много всякой мебели, банок консервных, кроссовки, взрослые или детские. Смотри, куча рук, все так налапано. И вот ключ. Но знаете, что самое забавное, что обычно в таких ситуациях, когда мы совершаем некое действие, запускается некий скрипт, поэтому я буду готовиться к тому, что может произойти любая жопа, любая херня, может что-то выскочить сбоку, продырявить стену к херам, короче, напасть на нас. Эта дверь заперта, это тоже заперта, у нас есть другая дверь. А эти двери уже нельзя трогать. Куда нам? Нам вот сюда. Ах, нихера себе. Дверь находится в подлестнице. Какого хрена? Мы опять оказались здесь, куда мы пришли. Это закрыто, а это открыто. И это пиздец, ребята.
Давай, сука.